Хотелось бы поздравить ребят, наших болельщиков с победой, которая проходила, ну, скажем так, держали всю игру под контролем. Если разделить по таймам, то в первом тайме не совсем получилось у нас играть в организационном плане, вот именно в средней части поля было очень много потерь необоснованных и медленное развитие атаки. Во втором тайме, произведя ряд замен, картина изменилась. Также мы контролировали полностью под нашим контролем. Игра проходила практически ни одного такого маломальского шанса мы не дали в обороне команде «Нефтехимик». Не дали. И попросил я ребят во втором тайме убыстрить игру, и те замены, которые произвели, они сработали. Два мяча Болов забил, первый в хорошей, быстрой, ну, скажем так, с фланговой атаки, с хорошей передачей Мурнина, все. Второй Саша Трошечкин пошел на обострение в штрафной площади, заработал 11-метровый. Считаю, что ребята заслужили сегодня эту победу. Ну, если в общем, игра мне понравилась, и ребята очень старались, наверное, знали наши проблемы, соперник знал наши проблемы, что в обороне у нас не хватает народу, очень большой лазарет в команде. Вот. Но, тем не менее, сыграли с лидером нашего чемпионата достаточно хорошо и уверенно, за исключением одного вот этого эпизода, когда три игрока на угловом флажке не могли просто-напросто перехватить эту передачу, накрыть. Соперник этим воспользовался. Я пенальти не беру. Там, в принципе, уже. А так, в целом, игра была неплохая. С собой. Обе команды неплохой футбол показали. Да, мы больше играли от обороны вторым номером. Наверное, какая-то черная полоса закончится, наступит белая полоса для нашей команды. Я говорю, еще раз повторюсь, что очень большой лазарет. Вопросы? Рустам Иванович, эти выражения на «я». Не хватает концентрации. Я сам полностью. Индивидуальные ошибки. То есть. Что с командой происходит? Ну, вот эти индивидуальные ошибки, вроде бы по тактике правильно играем, по всем направлениям правильно, как Голяк-Беров начал забивать, сегодня мог забить. Ну, будем выходить из этой ситуации. Я думаю, что еще раз белая полоса наконец к нам придет.